Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Карачаево-Черкесии сегодня во второй половине дня в горах будет кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-11, днем 22-27. В горах ночью будет до плюс 5, а днем 12-17. В центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. Черкесске сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 25-27 градусов тепла. Несмотря на то, что этот год был для всех непростым, многие работали удаленно, и Черкесский театр, можно сказать, ни на день не прекращал свою творческую деятельность. Одним из итогов его активной работы стал выпуск первого театрального журнала. В нем отражена вся деятельность театра и рассказано о жизни каждого из актеров. О выпуске журнала, а также о планируемом на днях красивом мероприятии в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой расскажет директор Черкесского театра Дина Акова. Доброе утро всем. Доброе утро, Диночка. Доброе. Рада видеть тебя сегодня у нас утром. Дин, ну, у нас сегодня две такие приятные темы, которые я хочу с тобой обсудить. Первая тема – это то, что ваш театр стал выпускать журнал театральный. Он первый в республике, насколько я знаю. И вторая тема – это касательно грима. Ну, мы об этом поговорим чуть позже. Расскажи мне про суть журнала, про его содержание и что нового интересного в нем. Добрый день, Белла. Доброе утро, вернее. Я хочу сказать, что наш проект по выпуску театрального журнала оказался очень удачным. Очень удачным он оказался по ряду причин. Во-первых, это еще один способ показать деятельность нашего театра для тех, кто не имеет возможности попасть, может быть, на наши спектакли, премьеры, показы. И второе – это то, что действительно в республике не было театрального журнала, и мы задали вот эту тенденцию, и, может быть, в дальнейшем это перерастет в какую-нибудь красивую привычку. Да? Угу. Вот это ежегодный журнал у нас планируется. Угу. Мы его выпустили по итогу 2019 года. Угу. 2019 год был у нас очень активный, плодотворный, год театральный. Диночка, ну что касается вот второго твоего проекта, театральный грим, он тоже, по-моему, у нас впервые в Черкесске. Здесь идея была такая, что помимо того, что мы работаем в обычном режиме, ставим спектакли, премьеры, постановки у нас идут, мы решили делать в месяц раз мероприятия. И эти мероприятия должны быть разноплановые и интересные. То есть в этом случае мы решили провести авторский мастер-класс и привлечь именно тех, которые осуществляют деятельность по этому направлению, ну, а также, конечно, желающих. Но здесь я оговорюсь, что количество будет, конечно же, ограничено. Да. А со сроками определились? 26 сентября в кинотеатре «Чарли» состоится с 9 часов до 12. Будут гримерами сделаны три образа, театральными гримерами. Будет выдаваться сертификат о том, что присутствующие прошли обучающий мастер-класс. Дина, а про премьеру ты не хочешь рассказать? Нам предстоит еще показ нового спектакля, но до премьеры мы хотим сделать открытую репетицию. Это было предложение нашего режиссера Эльдара Агачева. На открытую репетицию мы хотим пригласить министра Зураба Замировича и пригласить учащихся колледжа, именно факультет актерский и режиссерский. То есть репетиция будет проходить в обычном режиме. Режиссер работает с актерами, делает замечания. В общем, работа режиссера с актерами. Но при этом присутствуют наши зрители. Я желаю тебе успехов во всех начинаниях. Спасибо. И спасибо, что утром была с нами сегодня. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Базинская редакция», а в 14:30 «Вести» с Ашемезом Пхешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра.
Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 23 по 27 сентября в Доме предпринимателя, город Черкесск. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 27 сентября. Центр развития предпринимательства. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантированно в подарок. Всем будущим невестам нужно срочно сюда. Ой, да с такими условиями я сама побежала.